Пиздрон. Не надо, что все в ХП херач. И все. Чеху тоже снять? Блять, все в ХП, короче, херач. На выживаемость все ставь. Больше проживем, больше увидим. Больше... Смотри. Вой, включи запись. Будет запись, но на YouTube пока что не выкидывай. Если я правильно... Смотри, пианист. Монгорь, вот, если правильно понял, вылетает на две сферы, и их взрывать нужно типа по очереди. Рандомно? Нет, они, смотри, они триггерятся на самого удаленного противника. Но самый удаленный противник вот от чего? От босса или от этого тигеля? Они рандомно по площади и идут на самый удаленный. От тигеля или от босса, да? Да, вот, вот смотри, вот смотрите, главный момент. От тигеля или от босса? Если от босса, дайте промоутер или кончик. Японец. Да, здесь что? Дай систем. Кому? Мне, Гевке. Смотри, если от босса, да? То босса нужно будет ставить примерно здесь, да? Один, а танк, который будет ловить, будет примерно здесь. Чтобы от первого тигеля он сразу смог сферу поймать, да? А пока летит, ну, вторая сфера, там может вот этот дебаф спадет. Тогда он примет на себя вторую сферу. Давай попробуем. Типа, весь рейд на РНЖ получается. Я представил. Ну и забейте себе вот этот чародейский знак. Типа на ком чародейский знак нужно на 20 метров выбежать. 5 человек. Суманите. Суманите там всех. А вы не трайли же, да, еще? Ген, название скинь, пожалуйста. Чародейский знак. Нужно просто выбежать ото всех на 20 метров. Потому что спустя 6 секунд этот дебаф перекинется на другие. Он выглядит, ну, как шестеренка такая. Сверху на голову. Ой, это вот же это. Что-то вроде на копыта, да? Ну, грубо говоря, да. Это как копыта или как дикое пламя на джайне? Просто, если вы... Сейчас. Получается, смотрите, если вы этот дебаф не вынесете, да, он взорвется и нанесет 12 тысяч урона и перекинется на всех противников в радиусе 20 метров. То есть потом еще раз взорвется, еще раз. Ну, это вайп, сразу грубо говоря, если не вынесете этот дебаф. И поэтому нужно стоять, типа, грубо говоря, не знаю, там, кружком вокруг босса, да, либо полукругом. Короче, босса ставлю на центр. Босса ставлю. Давай не на центр, поставь в крестик. Вот к одному из тигелей поближе. Ну давай, в крестик, короче, поставлю босса. Я полукругом. Вокруг босса, на ренджа друг от друга. На ком этот, на ком будут, короче, вот эти метки, проанонси, покажет. Все бегут, короче, в сторону выхода. Вот сюда, где мы стоим. Вот. И на рейнджа друг от друга становитесь. На ком нету меток, даже стоите. Рейндж 20 там, пишите. Даже под больше. Боссом, под боссом. Я босса забираю на себя, под боссом. Ой. Короче, Алоэ, Монород и этот, и Враск. Войт, если что, с Геной смотришь, побегаешь, где 30. Монород тут? Поставьте шкаф. Суманите, Монород. Так, что там, знак, да, чародейский? Это ошибок написано было, надеюсь, чародейский знак. Чего? Ну вот название скилла без ошибки написано. Вроде как, да. Вы умрёте. Чародейский знак? И рейндж пропишите, сколько да. Там кет. 20 метров. 20. На 20 метров надо от рейда выйти просто. За 6 секунд. Даю проверку, дайте. Давай, вот, мы просто смотрим с тобой за эти. За... Так, ты где будешь? Того тигеля я у этого тогда постою, посмотрю. Ты стань где-нибудь, смотри, ты где-нибудь у центров стой.
да? А я буду возле квадратика. Ну да. То есть я буду... Народ, Войд. Сразу все сапроты пьем или нет? Да. А я уточню, я в хиле, потому что я в другой группе. Да, ты в хиле. А эти огурцы, Локи. 6 хилов, 5 танков. Вот, как точно. Да, рыбы нет. Да, рыбу и ребафните все. На 20 метров надо выносить вот этот чародейский знак. Чтобы вы понимали. Если на лаз дебафа есть чародейский знак, бежите ото всех на рейндж 20 метров. Я не могу ликануть, я в Дискорде там скрин смотрю со способностями. Все, короче, погнали. Подожди, рыбу. Рыбы не. Стоит рыба. Ну, народ, вместе с пианистом вы боссы там клип делите. Ну, я, Алоя, ты и кого-то. И в раз. Вообще тактики нету на этого босса. А как вы думаете, может на пути к танкам не надо стоять все? Так не надо, да. Чего вы туда побежали, хуй пойми куда? Сказал с этой стороны. Чего вы там? Думаете, вас там кто-то прохилит? Сантей там? Парад. Вам нужно стоять, не знаю, около босса. И не било. Вот стойте, да, вот здесь все стойте, уже друг от друга. Все, поехали. Фаза пониженного урона, стойте. Это типа вот этот ДБМ, да, на робот? Угу. О, видишь, урон делится. Ну да, слушай, тут прям чувствуется, как урон меньше намного влетает. 45. Ну, проблема в том, что дебаф как чума распространяется. Эры появились. Одна уже взорвалась около меня. Чего вы не вносите? Нет, сфера. Народ, АОС. 2. 4 танка на боссе. 4 танка? Не вынесли. Уничтожение успешно. 4 танка. У меня написано, да, что сфера убила. Так, все, смотри. В эту сферу врезаться нельзя, еще начинаю взрывать. Наверное, об этом уже говорили, да? Фондарь. Так, смотри, вот я... Другому игроку. Сфера вешает... Смотри, надо делить... Просто смотри, а чего может умереть рейд? От ебучих сфер. Сферы... ну так и понятно, блядь, сопротивление, народ. У меня в одного 80 будет. Теперь вот я один танчил, у меня 80. Тут просто не так оно работает. Слушай, мне кажется, надо стоять всем примерно в серединке где-то. Да. Я вот так хотела сказать. Она в разных, он в разных местах перезарядку делает. Он их вот по дальнему кругу, да, вот это там, где линия прочерчена, они появляются вдоль этого. Мне кажется, вообще, надо стоять всем рейдом под босс. Да. Чтобы делить весь урон. Смотрите, сверху вешаются на дальние цепи. То есть несколько человек должны стоять вдали. Ну, типа вдали. В принципе, да, и все. И, типа, а чего рейд сдох-то? И плюс от босса, вот все стоят под боссом, да, появляются эти чародейские знаки, все, люди выбежали, и все. Смотри. Пока что я увидел вот эти сферы, их можно катить, и их нужно все взорвать по очереди. Вот эти сферы сейчас шли только, да, с двух мест. Да, там дебаф шли. Они шли, короче, с краю со стены. И шли слева. Одна шла с центра одновременно, другая шла слева. То есть, вам нужно стоять? Справа блять. Тоже Гена была. Справа тоже? То есть они выходят... Вот смотри, видишь, вот где я лежу? Вот видишь, где я лежу? Сейчас, вот это сфера. Да, а тут тоже в сферу выходило. Да. Тут на полу появляется такая, типа, кружка, и из нее появляется сфера. Оттуда тоже, да, выходила сфера. Да. Понял.
Сейчас, вам нужно стоять около центрального вот этой хуйни. Сейчас поднимите. Я вообще думаю, что вот там, где вот такой рисунок на стене, вот именно около них эти сферы и появляются, скорее. Намного все проще. Сферы вешаются на рейндж цели. Ну, сферы вешаются на рейндж. На самого дальнего. Они повесятся на самого дальнего. То есть, грубо говоря, если пару человек будет на рейндже, если пару человек будет на шоре, если пару человек будет стоять на рейндже, то эти сферы 100% повесятся. Я думаю, нужно, чтобы один танк стоял вот где-нибудь вот здесь. Два танка. Сзади рейда. Два танка, потому что эти сферы, они когда взрываются, они на весь рейд накидывают стаки, увеличенные звуки. Да. Это как на... этот дебаф потом спадает. Сколько секунд спадает? А, там 3 секунды примерно. Не знаю, сейчас еще раз. 5, по-моему, было. 5? Как сверхновая. Это фигня, которую надо выносить. А каждая сфера увеличивает урон следующего на 200%. Первый влетел на 30%. На 100% увеличивает. А поэтому ДБМ и анонси два раза можно взрывать. А это нужно будет уже протестить. Видимо, они стоят с таймером в 5 секунд между двумя анонсами. Давайте сейчас встанем все под босса. И два танка, вот Войт, Евка на РНГ. Плюс... Прям знаешь, где? Лорус с НТМ тоже станьте. Не надо. Если они поймают, их шотнет нахуй. Там очень много урона прилетает с этой сферы. Ну, прилетает давай, 40 тысяч. Вот тут вот встаньте. Вот, мне показалось. Гена, что число, но вот стоит на РНЖ, мы все полностью всем рейдом. Чердейский знак все себе в Калмивен забивайте, я не знаю. Так получается, сфера, которая выйдет из квадрата, она пойдет прям под роботов. Нет, она пойдет на дальний. То есть смотри, вот если я буду стоять вот здесь сейчас. Если мы будем робота там держать. Если вы будете держать там, а я буду стоять здесь. Робот, посередине комнаты, на тебя пойдет сфера из креста. Все три пойдут. А сфера из квадрата пойдет уже на кого-то, где будет робот стоять. Нет, я все равно дальше буду. Чтобы тебе быть дальше, тебе надо быть вот где-то вот здесь вот. Либо босса держать, смотри, либо босса держать там же, да? И тогда, если встать где-то, танк будет стоять в центре, который ловит сферы, он всех трех людей должен поймать. Чердейская пушка — это что? Пока хз. Не может ли быть это такого, когда он стоит у стены и заряжается, он обстреливает. Что босс стоит в центре, мы стоим под боссом, а два танка стоят в квадрат и крест. И как раз получается, что для креста дальний будет квадрат, а для квадрата будет дальний. Да, а еще выходит вон где обычная метка. Видишь, их три выходят. А не две. Их три. Скажите мне, а вот этот знак, который вешается, написано 12 тысяч урона наносит, он когда распространяется, он что, не наносит урона вообще? То есть 12 тысяч. Он распространится и потом еще рну на всех, и потом через 6 секунд опять взорвется. Вот опять он, я не увидел урона от него, когда взрывается, он наносит урон вообще. Короче, все тем, кто рядом. Как дикое пламя. Тихо, да. Все в точке одной станьте. Вот где босс стоит, там держите его. Но народ, мы с тобой в центре. А или кто? Войд, с тобой в центре давай постоим. В ровном половине. Когда знак... Все как обычно смещаемся под босса, стоим все. Когда знак заканчивается, он наносит 12 тысяч урон. Танком выносить этот знак? Всем или выносить. Стоять? Всем выносить, без разницы. Все стоим в куче. Пристабал. Сука, пристабал. Каждая РТ одна и та. Маги такие же. Все, все готовы, пошли. Пуляю босса. Дальше уводи его. Проводи на себя. Вот это. Вот Мяка, Лоя, кто-то. Вот Гена и еще Делору. Он урон не наносит, если выбежит на рай. Кто-то не вынес. Там на пианисте на самом. Он, смотри, лучом соединяет, значит, можно видеть, на кого идет. Нет, тут не в этом прикол. Этот.
На мне не было первоначального знака. Знак уже был потом, когда, блядь, кто-то не вынес этих людей. Блядь, у нас сейчас опять будет проблема у людей, что они не могут себе в Толми Вэнс вбить. Ну, я начал бот вбил и все. Ну, будет, да, проблема, конечно. Вот смотри, вот эта сфера летит, сейчас на пути никого нет. Вот почему она не на меня кинулась? Типа, мне тебя. Кажется, хуйня какая-то случайная. Ну вот смотри, знак когда взрывается, во-первых, урона не наносит. Вы когда в рейде все вместе с этим знаком были, вот он кончился и снова на вас повешался, урон нанесся, именно 12 тысяч вот эти. Она при взрыве наносит урон. Нет. Подождите, речь не о сфере, а о знаке. Знак, по-моему, не наносит урон. По окончанию дебафа он взрывается и перевешивается на других. Так а урона-то когда... нету, понимаешь? Не было есть урона. Есть урон. Есть не урон. Было. Он взрывается, как аркан, вспышка. Вот видите, от всего рейд дох. Вот взрыв от сферы. На мне было место. Вот, на мне была вот эта вот чердейский знак. Всего урон есть, просто вот, смотри, адмирал своим щитом взрыв, поглощает. Чародейская сфера 17к урона наносит. Вот, я только что шаман. Вот, когда я выносила, с меня спало, мне урона не было. Я подбежала к вам, под босса, на меня кто-то перекинул метку, и мне нанесло вот столько-то. Ну, то есть, когда да, весь рейд. Я стоял отдельно. Взрывает, не получает урон, получается. Что... Когда я одна стояла, мой дебаф был, мне вообще ноль нанесло, когда оно мне стало. Мне тоже. Проня, на тебя робот побежал. Ну фишка получается... Мозер, тебе на тебе. Фишка получается, там 6 секунд висит дебаф, знак вот. Выйдите из инста. Его надо отнести и рейдж 15 метров словить. То есть, чтобы он исчез, а не повешался, не перевешался. Потому что если кто-то в рейнже ближе будет к человеку, с которого дебаф спадает, он перевешивается заново. И оба получат урон, да. То есть, это как чума на этом, как он, на хуёвом мобе в ЗС. Надо рейндж славливать. Блин, чё со сферами-то нахуй. Хорошо бы метки ДБМ, чтоб ставил на этих людей. Хуй знает, 6 секунд, мне кажется, реально выбежать. Сделаем. Надо логи записать. Плюс почему рейд должен стоять под роботом, потому что луч вот этот соединяет сферу с человеком. Этому человеку нужно выбежать так, чтобы на протяжении всего луча, как сфера идет к игроку, не было никого. И все. А босс кливает? Тяжелый удар. Как в обычке, только в 6 метрах. Нужно не вместе стоять, а маленьким полукругом, чтобы вот мы прям паровозиком были вокруг. Ну, хоть полукругом, хоть нет, но знак-то все равно выносить надо пяти людям. Я вынесла, говорю, первый я вынесла, у меня все ты, хорошо. Это ты вынесла. Надо выносить пяти людям. Второй, надо который вот, кто-то заслакал, мне нанесло прилично. Танком не получится. Монорад, объясняю почему. Потому что там делает. Босса танчит постоянно. А грота хоть не обнуляется на нем? Ну, в смысле, не скидывается? Нет. Таунт не работает. Ну, таунт, таунты, да, тут, кстати, не работают. Тут, кстати, да, насколько говорили, то, что очень сильно зависит от танков. Если танки хоть один закосячат, все, это вайп. А и от напула очень хорошо зависит. Да, не, только от, тут единственное, только напулом. Этот, и когда вот вы стоите с пианистом, на пианиста и на вас вешается дебаф, когда вы в 6 метрах от него? Или только на пианиста? На всех тяжкие удары вешают. На всех танках? У меня, по крайней мере, вешается, когда рядом. На танках вешалось. Либо перекидывалось, либо все-таки вешалось. Надо протестить. Ну, 6 метров. Это в самом кружочке босса под ногами. Типа это фрейм босс. Да. Если на МТ будет вешаться, то надо всем выбегать, типа. Насчет деления урона, если один стоишь, не тестили? Один, блять, меня шотин с второго ударил. 63 тысячи меня ударил он. А как быть тогда, если агро
это самое, не танкиться, босс. Заранее напуливать в кого-то, чтобы он урон набирал. Здесь урон делится между, блядь, людьми, все нормально. Так, а стакается он до скольки? 7. До 10. Ничего это? Да, он потом перекидывается. Типа он взрывается, сколько? Перекидывается. Мне кажется, надо таунтить каждый раз. Таунт не работает. Кого босса? Не таунт. Да. Тогда, значит, агро как-то резко сбивать, перекидывать. Ну да, блядь. Нет. Он когда к стенке, вот там написано, да, чародейская пушка, что он с каждым выстрелом стакает на 50% снижение сопротивляемости к тайной магии. Это ни один танк в жизни не выдержит, пока он там будет одного танка. Там до 500% стакается. Нет, сейчас речь-то не о пушке, а о тяжком ударе. Ну, под него прожиматься, значит, надо что. Что еще можно придумать? Стоять небольшим полукругом в рейнже дальше 6 метров. Какой-то был босс катаклизм, ударе. Если я не ошибаюсь. Там вообще ДДшки подходили, урон делили с танком. Вот пытаюсь вспомнить, что за босс, не помню. Ну давай я в соло потанчу. Я посмотрю. Спарусь. Мне кажется, это здесь как на морозе, надо меняться просто постоянно. Один прожимку отдал, поменялся, следующий отдал, поменялся. Да тут особо не поменяешься. Не получится меня. Тут один танк от начала до конца танк. Подожди, надо ставить, умножить сейчас. Давай умножим. 80, что, 250, да, процентов? И получится на урон. У них танчил от начала до конца пол один. Один танчил или нет? Что? Он один, там один протопладин танчил это? Или что, я не понял. Вот до конца танчил, но по другим танкам тоже был урон. Либо танки просто, если кинуть на танк, не знаю. Ну давай, получается что? Типа, у одного паладина, допустим, который танчил, ну вот, 4 танка там было. У паладина, блять, полученного урона 100%, у всех остальных танков по 50% полученного. А знаешь, урона. Ну вот смотри, как это получается. Он танчит, он берет автоатаку еще с босса. Вот смотри, умножил на калькуляторе, получается 280 тысяч. Это под 10 стаками, когда тяжкий удар, если в теории он делится. Вот у тебя 4 танка под боссом, остальные милики там, допустим, отбегут на момент коста. Получается, если 4 танка под боссом, то они получат по 70 тысяч всего лишь магического этого говна, плюс сопроты висят. То есть это не шотня, 4 танка никак. То есть 4 танка, один танчит, на нем постоянно агро, на него на пул, он автоатаку берет. Остальные 3 просто делят эту хуйню на 10 стаках. Вот один на РНЖ, Мозер, Япончик, Кирс, Генерал. Я же подтвердила. Стоим на ранже все. Со мной там этот Алоэст. Посмотрим, как два танка будет. Так же прийти или больше. Два танка убьют. Пристава. А вы когда делите урон танки, которые в танке, у вас какой-то дебаф вешается? Может, те вот, которые урон делят, надо танков менять? Давайте под босса. Чё тут менять не надо? Ну вот. Нахуя? Ты не видишь, куда выносишь? Это ты сейчас с кем стоишь? С Алоэ, да? Да. Выносить вот некуда просто. Везде люди стоят. Ну как это? Вы гоните. Вот сейчас что было? Надо в одной кочке стоять и выносить, потому что так бесполезно. Мы одной начинаем отсчитать. Кто-то начинает выносить и перекидывать на соседнего. Вас сферы взорвали, 3 сферы подряд взорвались, 3 стака было от сфер. Бля, вот здесь вот радар очень сильно полезен был бы. Сферы взорвались, а чё сферы взорвались? Ну вот, видишь, сферы притягиваются к игрокам, 3 подряд сферы взорвалось, дебаф еще не пропал, было 3 стака. Это самое, ну короче, смотри, а чё вот, когда вы вчетвером стояли, да? А чё сферы взрываются?
Когда они кого-то задевают. Прикасаются с игроком. Да, с игроком. Любым. Который на пути вот этого луча. Урон по всей комнате проходит. Урон да. 16 тысяч по 500 16... метров рейндж. По цели, которую хлопает, 40 тысяч. И в 10 метрах она взрывает еще на 40 тысяч, помимо той цели, в которую врежется. Ну то есть цели и 10 метров вокруг. А этот урон не делится? Нет. Так а чё вы этот, тогда сферы, блять, в рейде? А потому что все на ранже стоят, и она проектируется на самую дальнюю цель. Мне кажется, надо стоять все в одном кемпе, вот где-нибудь вот здесь. Да. Вот босса держать на месте, нет, и на кого перекидываются, они выносят. А в эти сферки их надо взрывать не одновременно, а там с промежутком 5 секунд. Да, все правильно он сказал. Босс где стоит, он там и должен стоять. Потому что если вы будете стоять где-то вот здесь, вот на мне звездочка, вы, блядь, со среднего, вот этой средней хуйни сфера пойдет у вас за день. То есть у вас босс, ты стоит, понимаешь, у него стоять. Тяжелый удар 6 метров в рейндже. Если мы будем стоять под боссом, он нас просто раздавит одной... Подожди, Кирс, ты нет, не парься насчет этой хуйни. Это просто надо отбежать. Один прыжок сделать, вот тебе 6 метров. Вот видишь, вот тебе 6 метров. Так нам не надо под боссом стоять, нам достаточно стоять близко к нему, просто чуть-чуть подальше там. Да, близко к нему, да, близко. Ребят, вспомните тактику на гневе, Герг, мы там стояли. Здесь нужно полукругом просто встать. Можете заткнуться? Спасибо, чтобы я не мутал. Так, РДД зона, мили зона, печенька ваша метка. Дальше, алоэ со мной. Сейчас поставлю метку. Нет, даже не печеньку. Ваша метка, мили зона, РДД, печенька. Адмирал, делаешь так, чтобы знаки через ДБМ показывались, на кого бросаются. Это первый нюанс для тебя на сегодня. Дальше, по поводу танков. Войд, Монород, Йена. Короче, стоите на рендже, дальше печеньки. Без разницы, в какой стороне, блядь, дальше печеньки. По поводу взрывов. Короче, это. Взрываете, блядь, эти ебучие сферы на максимальном рендже от рейда. Дальше там полу... не обязательно на максимальном рендже. Главное по очереди их бахать. Ну или по очереди, то есть определитесь. Там 10 метров АОЕшки от взрыва, если что. Пишут. Люди. Вой, там две АОЕшки. Одна на 10 метров работает, а вторая на всю комнату. Вот, попробуй встать в крестик. Я сюда, Монород, а ты трусы. Так, дальше. Следующий нюанс. По поводу еще чего. По поводу вот этих знаков. Сейчас тишина полностью. Буду анонсить знаки быстро. Соображайте быстро. Чтобы вынести эти знаки, выносите знаки, блядь. Вот вы стоите в печеньке. Вы стоите в печеньке. Ровно назад, наверное. Выносите знаки в ромбик. Или, блять. В ромбик нельзя, потому что там по этому пути пойдет сфера. Они могут забить ее. Да, забей. Все нормально. Сейчас посмотрим. Даю проверку. Войд, появится сфера. В танке или в ДД? Сейчас, дай я кое-что еще скажу. Войд, смотри, по идее, с твоей стороны пойдет на меня, с моей стороны пойдет на тебя. Милики, под босса не подходите, стойте. Сразу мою бахой, которая идет, получается, в меня, сразу в нее вбегай. Все, поехали. Мы с тобой не выносим, да, если она нас кинет? Мы вдвоем там будем стоять, нам похуй. Поехали. Просто станешь это. Пристабав сегодня будет, сука, вовремя. Ладно, нас хейтят тут. Мозер, Монород, прости адмиралу Хьена. На рейде, хата не будет. Ебать ты флакер, конечно. Кто затупил? Я одну бахую. Ну, блять.
текайте. Две. Понятно все, короче. Все, не взрывайте следующую. Изи босс. Главное выносить дебаф. Сейчас подожди, пускай танк еще побьет. Это была основная проблема на Джайне. Это не проблема. Давай бахать везде уже, чего? Пока каждому в Толмивен не заглянешь, что у него там. Босс пошел заряжаться. Сейчас урон по нему будет увеличен. Там без тонны вены, Миша, видно. Там над головой такая фигня. Да. Когда ты стоишь в толпе, ты видишь, у кого над головой эта фигня? Сейчас не все в толпе стояли. С трех меток затупил вынести, я ж проанонсил. Они не вынесут Леха никак вообще, они не успеют среагировать. В смысле? Ну пять, там, они не успеют среагировать, там рейд стоит. Сейчас, подождите, сейчас я напишу такую хуйню, чтобы когда на кого вешается, ему, блям, на пол ебало вылезало, типа, блядь, беги, сука, беги. Потому что стояли не одним кемпом. Они не успеют вынести. Часть тот, кто не вынес, стоял прям в основной куче. Объясните, что за пушка чародейская, чуть не могу понять. Вот как... он стреляет, сейчас меня убил с чародейской пушкой. Вот мне 90 пролетело. Вот он стоял, зажижался. Нет, я понял, и как лосать или что с ней, прожиматься, что. Просто, наверное, на этой херне не стоять, все. Леха, мне-то что, блядь, в танке делать, я так и не понял. Тупить просто, что ли? Просто живи. Если мы сдохнем, там заберешь. Вы когда танкуете босса, не стойте в его хитбоксе. Стойте за ним, тогда я смогу спокойно бить, и между нами будет рейндж 15. Можно вообще вот никуда не двигаться будет. Да я понял. Это, блядь, понимаете, вот если вот эта хуйня не выносится, типа чародейский знак, тогда сфера, блядь, убивает людей. Типа, когда взрывают сферу. То есть там вешается повышенный урон, блядь, на этот. Типа на магию вот эту ебучую, когда взрыв идет. И тогда сфера только людей убивает. То есть под сопротами, грубо говоря, это все спокойно бы переживало. То есть, грубо говоря, стоит, ну, блядь, как я это вижу? Типа 5 секунд есть, чтобы вынести дебаф. Правильно? Правильно. Я сферу хлопнул. Все стоим, бьем босса, грубо говоря, да? Появляются 3 сферы на дальних игроках. Ну, там будет, скорее всего, 3 танка, да? Будет 3 танка в дальних игроках. И эти люди должны взорвать эти ебучие сферы по очереди. Если этот, если на рейде дебафов нету от чародейского знака, то есть вешается сначала чародейский знак, если его не вынести, просакать, то типа в рейде люди сдохнут, которые будут находиться под этим ебучим знаком. И чем больше на тебе стаков чародейского знака, то есть под одним стаком ты не сдохнешь. Сдохли только люди те, у которых было по 2 стака чародейского знака. То есть потому что по ним летел урон там на 200% выше от взрыва ебучей сферы. То есть, грубо говоря, мы стоим, танчим, все бьет. Появились метки, вынесли. Если эти метки стакаются второй раз, если эти метки, ну мы без сопротов, конечно. И, ну, то есть, может и второй раз мы выживем, типа, когда они стакнутся под сопротами и усилками в ХП. Но больше 2 раз они не должны стакнуться никаким образом. То есть, в любом случае, мы стоим, бьем, появилось 5 человек, блядь, это немного, типа, 5 человек, пятерым, я же еще проанонсил, блядь. Кто в рейде затупил так, что не вынес, мне вот интересно. Кто с рейда не выбежал с этих 5 человек? Я на и так на рейнже был. 4 человека даже. То есть бейте себе в Tell Me When, блядь, не знаю, куда вы хотите. Типа я могу даже анонсить эти ебучие метки. То есть я на хиллбот прописал. Я занимаюсь этим. Мне на хиллботе показывают сразу эти 5 меток, грубо говоря. 5 человек под меткой. Вы выносите эти метки. Все. И на рендже стоите, дальше бьете. Ну, то есть, стали, дальше бьете. Потом этот дебаф пропал, сбежались.
Все, и этот, и дальше уже идет по таймингам, что, ну, типа, можно взрывать сферы. То есть вот дебафы вынесли, все, можете взрывать сферу. Вот первую, допустим, потом вторую, потом третью. И потом что? Потом он, блядь, идет на перезарядку, повышенный урон по нему. Там пока по пушке еще непонятно нихуя. Ну, просто стоим, хуярим босс. Там повышенный урон, типа, и быстро это все происходит. То есть на момент, допустим, этой... Пока что, типа, мы вдвоем можем танчить босса, но там, блядь, я бы даже третьего танка поставил. Да, надо три, надо три. Враска, станешь, короче, с нами. Это, мы троем будем стоять, только смотрите, чтобы между нами рейндж был 6 метров. То есть там по левую сторону босса один, второй по правую сторону. Я там за, ну, типа, босса танчу. Дальше сзади, ну, типа, все стоят в одном компе, как и было сейчас. По поводу, блядь, по поводу чего? По поводу дебафов, блядь, слушайте внимательно. Кому я анонс сейчас ДБМа нету, но, блядь, сделаем, будет анонсить по центру экрана. Я буду анонсить 5 меток, 5 меток. Эти 5 меток, эти люди должны понимать, что вы должны уже, блядь, сбежать на рейнджу. То есть, возможно, там секунды будут задержки, пока всех назову, но, блядь, 5 секунд есть, чтобы вынести. Вы носите дебаф и стоите на рендже, пока дебаф не спадет. В этот момент сверки, на ком появились сверки, взрываем сначала первую, потом вторую, потом третью, потом босс идет на перезарядку, подходим, хуярим босса. Там будет увеличенный по нему урон, просто подходим, херачим босса. От пушки я тоже думаю, что танкам надо будет делить урон почему-то. Ну, мое мнение, да? То есть танки становятся под босса и делят урон от пушки. Или всем рейдам надо будет вставать, блядь, под босса, чтобы делить этот урон. Короче, как-то так оно будет работать. Но факт в том, что беготни дохуя, так что смотри. Но урон будет увеличен на 200%. То есть вы будете, грубо говоря, если вы давали 20-ку, должны давать 40-ет. Я, кстати, думаю, что танки на рейнже не нужны. Я, ну, тоже, я что-то просто не понимаю, вот как они цепляются. Кто цепляется? Это не важно, как они цепляются. Сверки должны цепляться на самую дальнюю цель. Это не важно. Это не важно. У тебя есть глаза, есть лучик, есть сверка. Видно, на кого она соединяется лучиком. Все, на пути сверки никто не должен быть. Лучик выбегает, тот, на кого идет сверка. Тут просто понимаешь, маленький нюанс. Сфера, когда взрывает, 40 тысяч урона наносит. Так вот, это ШП может спокойно тучку нажать там. Любой другой человек может нажать. 40 тысяч усилки в ХП, вот тебе и 40 тысяч. Под сопротом там будет 30 тысяч урона. Ну, хз. Либо смотри, как делается. Ну, три танка стоят поближе к этим. Хуйта. Я тебе больше скажу, я шаманом с 32 тысяч хп, да? Ну, 33 почти. С талантом на снижение 6% урона словил без сопрота и выжил. Да, я о чем говорю. Я думаю, там намного меньше наносится, не 40. Давай, 25 наносится. Адмирал, да ты под сопротом просто. Процессе это каким не так. Сопротом? Там если, лапки, ничего смотрите, нет. Если мы будем бахать, так скажем, ну, РДД будут взрывать сферы, тогда мы сразу можем встать на РНЖ, И вот эти просто три человека, на которых будут кидаться сферы, будут по очереди их кайтить и бахать. Ну, главное, чтобы на пути сферы ничего не стояло. Чародейский знак надо выносить. Пока кто-нибудь из ДДР-ДД выносит, там же может танк вылететь, может, и сам ее бахнуть. Да, может танк перехватить. Да, Лола, она не шотает, не нужны танки, блядь. Танки должны под боссом статично стоять. Че вы не шарите, что ли? Либо да. Блядь? Нахуй танки нужны. Как я и говорил, все то же самое, только, блядь, не прослакайте это. Дебаф. Буду анонсить 5 целей. 5 целей. Что, смотрите. Проанонсил, сразу нахуй стрелим. Рада, Мята, Брось, Проня, Полина, Денч. Бафы каких-то не хватает. Опять приста бафы. И рыбки не было, по-моему. Вон рыба стоит.
Япончик адмирал, я начну сейчас вам начислять. Мы ждем, пока все люди дойдут в сеть. Все здесь стоят. Не вижу гевки. На меня есть. Не вижу. На меня центре баф есть. Он серый. Денчев. Полина. Денчик, Полина. Бля, Денчик же тут был сейчас. Короче, ладно, пускай стоят на рожане. Становимся поближе. Все, кучно, все стали. Куда? Кони забил. Давайте, погнали. 3, 2, 1, поехали. Внимание! Вы подлежите уничтожению. Левее. Враска, Проня, пока тут, Ена, Полина. Заеби. Денчик вылет. Расчет силовый. Паунсфер. Вага, ДК, Враска, Прости. Алоэ, взрывай, взрывай алоэ. Я не успел. Ладно, сова, бегай. Две сферы словили. Ну, Персик, что ты смотришь на нее? Три сферы есть еще. Смотри, около нас в рейде взорвали две сферы. Одна нанесла 10,5 тысяч, вторая 25. Там нужно. Там нужно их выдерживать, я так понимаю, 10 секунд. Потому что их почти сразу взорвали. А там разница. 5 секунд дебаф. Мне одна сфера нанесла вообще 1100 урона. Там ДБН значит, когда взрывать сферу. Ровно с тем промежутком, который... 10 секунд. Вот смотри, я прыгнул в точку, получил 10 тысяч урона. И всем прилетело 10 тысяч урона, да? Наверное, еще раз надо сказать, да? Когда сфера доходит до игрока, вокруг происходит взрыв 10 метров, 40 тысяч урона. И 500 метров вокруг 16 тысяч урона. И вешается дебаф, увеличивающий входящий урон от тайной магии. Который висит 5 секунд. Сейчас сдохли от взрыва сфер, да? Да, трех сфер. Так их взорвали почти в упор. 16 конечно. Тысяч. Первая сфера, если дебаф не спал, то следующая сфера 32 тысячи. Без учета сопротов. Третья сфера, ну там вот с учетом того, что у меня есть свой сопрот, мне от первого взрыва пришло 10. Если 7 по 16, то мне 10 пришло. Ну так и должно быть. В чем проблема? Лёх, а эти сферы, они как дебаф вешаются, не видел? Тут нету берсы. Да, вешается, они как дебаф вешаются. Забейте себе чародейская сфера тогда еще. Не, там я не знаю, как дебаф, я посмотрю. Магнетизм называется. Магнетизм. Как магнетизм? Магнетизм, да. Это когда лучик вот этот на тебе магнетизм написал. Такая розовая хуйня. Сейчас запишем. Средств, они... Идите. Поднимитесь, я релогнусь. Сейчас мне сначала нужно то, что Стас скинула, переделать на сферы более надо... понятное. Сферы надо взрывать по очереди, да? Неликс, сломаните. Да. По очереди с небольшим промежутком. Взорвал, 5 секунд подождал, взорвал. 5 секунд, ну да, подождал, взорвал. Первую надо максимально быстро взрывать. Первую, да, там танк может сразу стать под этот, под тигель, или 5 СВ, как называют, да, под тигель. Сразу. Почему вы думаете, что танк? Почему? У нас что, да любой бой может взорвать. С абсорбом. Я вообще думаю, тот, кто может себя засейвить мгновенно, например, Локи поставили порталы на пути этих сфер, кинули
портал, там, и разом взорвали. Потом следующий, например, блинканулся маг, прожал глыбу, в него врезалась сфера. Ну, что-нибудь такого рода. Может, если берсы нету, закинем все усилки в хп и с опротами уже потратим. Ну, как это мы? Давай пока что проверим эту херню, типа, в плане взрыва. Может, монород, допустим, встать прямо под сферу, сразу ее бахнуть. Как только будем взрывать сферу, взрывает след. Пускай это Войт. Только два анонса ДБМ, а не три, потому что первую они сразу. Войт, вставай сразу вот сюда. Блять, опять не работает. Короче, по центральной сразу за.